С почестями на заслуженный отдых проводили известного деятеля культуры, талантливого исполнителя Акына Термеше Катимулу Бердыгалиева. В его честь коллектив областной филармонии подготовил концертную программу. Со сцены звучали песни из репертуара вокалиста. Все подробности далее. Его вклад в искусство и становление традиционной песенной школы неоценим. А слава будет греметь еще долго. Катимула Бердыгалиев родился в Касталовском районе в 1952 году. Трудовой путь начал на малой родине учителем. Затем работал музыкальным руководителем в детском саду. Был методистом в районном доме культуры. Певец широкого диапазона. Жерши Термеше известен и как поэт-импровизатор. С 1985 по 1995 годы блестяще выступал на айтысах. Впрочем, прославился заслуженный деятель страны не только как вокалист, но и как талантливый педагог. В 1991 году он начал преподавать в музыкальном колледже имени Курмангазы, а через некоторое время возглавил отделение народных песен. Его ученики стали талантливыми и яркими исполнителями. Среди них Кайрат Какимов, который долгое время работал в Атырауской области, а в прошлом году вернулся в родные края. 23 года назад меня, как своего воспитанника, он порекомендовал академическому оркестру имени Дины Нурпиисовой, то есть занять его место. Руководитель оркестра попросил Катимулу Бердыгалиева дать самого лучшего своего ученика, и Катимула ага попросил поехать именно меня. Я считаю, что это его огромный вклад в становление меня как творческой личности. Катимула Бердыгалиев получил множество наград за свое творчество, а в качестве педагогического наследия оставил множество учеников, которые продолжают музыкальные традиции Гарифулы и Мухита. Кстати, талантливый исполнитель оставался учителем даже после выхода на пенсию. Неиссякаемой энергией и жизненной силой, а главное мудростью и опытом, он делился с коллегами в областной филармонии, в которой работает с 2007 года. Катимула Бердыгалиев открыл класс Мухита и воспитал целую плеяду талантливых исполнителей традиционной песенной школы. Среди его учеников был я. Катимулу ага можно оценить как могучее дерево, которое имеет сильные корни. Я горжусь, что трудился с ним в одном коллективе. Желаю ему надолго сохранить творческие силы. Артист остается артистом, даже когда покидает сцену. Несмотря на то, что, как признается сам Катимула Бердыгалиев, силы уже не те, что в молодости, певец готов вернуться к выступлениям. Филармония жалко. Филармония привыкла ко мне, а я привязался к филармонии. Сцена здесь по-настоящему священная, и уйти с нее очень трудно. Это не означает, что я прощаюсь со сценой и филармонией навсегда, если сочтут нужным, если будут большие музыкальные проекты, где будет необходим мой опыт, я готов вернуться. В репертуаре известного певца более 300 композиций. Это и народные песни, и произведения великих композиторов. В Золотом фонде казахского радио сохранились специальные программы об искусстве Катимулы Бердыгалиева и 83 песни, а 10 композиций включены в диск «Казахтын мын әні», выпущенном Министерством культуры при поддержке президента Республики Казахстан. Алексей Кочемасов, Алмас Адиетов, Дастан Уразбаев, телеканал «Акжаик».